Всем здорово! Выбраться на природу. Приехали далеко, ну не то чтобы далеко-далеко, километров, наверное, 10 от города. На пруд тут какой-то, пруд интересный, смотрите. Против солнца, конечно, снимаю. Но вид вообще шикарен. Пруд, там пара рыбачков сидит. Там какие-то машины, штуки две стоит. А так вообще народу нет. Красота. Снег в лесу, тишина. Жаркая даже, я бы сказал. Не то чтобы холодно. Ну, я тут как лесной человек, сейчас буду сооружать костер, чтобы семью накормить. Взяли там сосисок, пожарим сосиски, то да сё. Вообще прекрасное дело вот так вот на природу приехать, когда тишина, птички поют, ветерок, погода классная. Вообще здорово. Отличная суббота, думаю, будет. Правда, целый час мы ехали там в магазине пока туда-сюда, пока ехали, место искали, потому что нужно, чтобы недалеко от дороги. И с другой стороны, и проехать можно было, и чтобы людей уже не было особо. Про дорогу тут поблизости, вот слышите, а машина едет. Ну тут такая уже маленькая дорога каким-то там огородом непонятным. Сейчас уже иду. Папа! Ладно, тогда буду разводить костер, все делишки делать. Давайте, всем пока. Папа! Ну вот, быстренько соорудил костерчик, сейчас буду делать. Нам буквально пожарить сосиски, поэтому много дров не стало. Вот посмотрите, наломал буквально в ближайшем кусте. 2 метра. 2 метра прошел, в соседнем кусте наломал. Отличных сухих дров. Трава торчит тут из сугробов, тоже она сухая, вообще отлично будет гореть. Все, сейчас для сосисок будет самое-самое то, чтобы поджарить их, и вообще будет прекрасно. Топорик, даже топорик не нужен, еще дрова вообще просто прекрасные для разведения костра. Буквально тут хватает перчаток из инвентаря. Здорово, еще раз. Вот, жарю сосиски. Костерчик тут вообще шикарно получился. Не кричи пока. Сейчас я тебе сосиску пожарю, будешь сосиску есть. Вообще круто. Жарко даже, я бы сказал, здесь. На природе. А так вообще здорово. Круто, что вот так вот выбраться можно буквально. Ну, на самом деле, час-полтора, и ты уже на природе, уже жаришь сосиски, уже ешь натуральную еду практически. Помидорчики там всякие разные, то да все. Ладно тогда, будем продолжать. Пока. Пока. Охерительно в лесу. Особенно когда уже костер разведен. Тишина. Вообще прекрасно. Еще полдня впереди, на самом деле, сейчас сколько времени у нас? Сколько? 3 часа. 3 часа мы буквально в час выехали. И там еще по магазинам туда-сюда. Из города пока выехали. Вот буквально час в лесу, а уже так круто, практически обжились. Костер тут сделали. Сосисок нажарили. Вообще крутяк. Сейчас еще, наверное, полчасика посидим и поедем. Блин, люблю природу. Редко очень, к сожалению, бываю. Смотрите, какая красота там. Круче всего, конечно, с пацанами пойти там, ну, конкретно, что такое костер до неба, дров сразу огромную гору заготовить, и можно было и приготовить того всего. Ну, здорово, и уйти далеко пешком. Не так, что на машине приехал почти сам, до самого места. Вот, ну, так даже просто с семьей, когда ты чувствуешь себя таким прямо лесным человеком, добытчиком. Здорово. Сейчас иду. Ладно, тогда давайте, всем пока. Крутяк.